Пользователи камчатских социальных сетей возмущены видеозаписью, которая сейчас гуляет по WhatsApp. Камера снимает явно нетрезвого работника коммунальной службы, заявляющего, что он ездит по городу и рассыпает на дороге соль. При этом он нецензурно выражается и заявляет, что дороги нужно посыпать сахаром, чтобы, цитата, «больше билось народу насмерть». Надо сахаром посыпать бы солью, чтобы больше билось народу насмерть. Видео посмотрели и в администрации камчатской столицы. Как заявил мэр Петропавловска Виталий Иваненко, цитата, «подобное поведение недопустимо. Видеокадры демонстрируют полное отсутствие профессиональной культуры. Считаю, что вне зависимости от должности, от места работы, человек должен добросовестно относиться к своим обязанностям и с уважением к людям». Конец цитаты. Иваненко также отметил, что для проверки специалисты мэрии отправились после этого в спецдорремстрой. По словам мэра, к ответственности привлекут бригадира, водителя грузового автомобиля, допустившего нарушение во время перевозки людей в открытом кузове, и тех рабочих, которые стали антигероями ролика.